Да. Смотрите, как красиво я от них убегаю, вообще по феншую. Блин, да я поддался, серьезно поддался, ну блин, да хорош, раздавили меня. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Маквейт, Гусанёк, Профит, FM Zoom, Фуфло, Думыч, Подлючка. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Ассаламу алейкум, братья. Всем привет. Всем хай. У нас сегодня крутецкая рубрика, которую мы не записывали больше года. Убегаем от огромных шаров. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, 1, погнали. В конце у нас ролика будет 7 шаров и один выживший. Поэтому ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. И не забываем досмотреть ролик до конца, потому что в конце, как всегда, у нас будет самые эпичные кадры. Гусанёк, я сразу тебе сказал, что будет очень сложно. Ты думал, легко будет? Я знаю. Я знаю. А представьте этот ролик, когда он никого не убьет. Угарно очень. Это будет классно. Я вижу, какой аниматроник медленный. Так, кстати, вот за ним и гоняйся, это тот шанс тебе. Да, ты его сейчас убьешь, смотрите, смотрите. Ай-яй-яй-яй, молодец, уклонился. Так, осторожно. Да, один хп, это, конечно, ребята, такой, знаете, прям на соплях. Кажется, что муха сядет, и ты сразу сольешься. Ой, Саня, не убивай меня. А, давай, давай, мочи его, мочи. Да, убегает он лихо. Плохо, что шару нельзя добавить скорости. Было бы, конечно, эпично вообще. А что я только, Давай, давай, давай. Ты у тебя самый медленный аниматроник. На вас веду, короче. Ты думал, что меня задавишь? Я резко убегу. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй, еще чуть-чуть, ребята, давай, еще кучка, чуть-чуть. Ты сможешь, давай, ты сможешь. Держись. Ай-яй-яй, ты же не перегораждай мне путь. Очень страшно. Кто первый умрет, то самый неумеха в этом ролике. А кто последний останется, тот будет лучшим убегальщиком от огромных шаров. И получит ролик. Ай-яй-яй, как тяжело ему. А я специально заторможу, чтобы ты не умер. Ты как... О, Фуфлик поцеловал шар и сразу погиб. Так, ну что, два шара, я скажу, что это будет потяжелее. А можно я выживу? Нет, ты не сможешь. Ой-ой-ой, еще бы чуть-чуть бы ячику задавили. Тогда Дима умирай сразу. Нет, не буду, я буду вот так вот просто бегать вокруг него. Я так и делаю, Дима. Карта большевата, конечно, для этой рубрики, но так интереснее, когда мы брали маленькую карту, сильно быстро все погибали. Это дискотека шаров, что ли, у вас там? Опа! А что такое? Я не знаю, что-то умер, ну ладно. Шар умер? Это очень странно. Саня, давай в мишку Фредди. Кстати, вот мишка Фредди реально медленный, да, вот его легко убить вам будет вдвоем. Давай, 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 вы его задавите. Окружайте его. Знаешь, Дима? Да. Чисто на иголочку шарик наехал. Ну дай лоб. Саня, давай. Вы сможете, пацаны, давайте. Ну, ну! Ай-яй-яй-яй-яй, еще в чуть-чуть, ребята, еще в чуть-чуть. Да, задавили бы. Ой-ой-ой, еще в чику. Давай, 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 чику, чику, чику. Чика, кстати, тоже медленная. Есть! О, нет! Вы представляете, как еще в чуть-чуть? Ну да, вы коснулись его? Ну да. Да, я коснулся. Ну видишь, один хп, я не знаю, что, мы же не можем делать 0,5. Процентов хп. Да, я вот говорю, там должно 0,5. А нельзя. Говорит, сегодня нельзя пол хп сделать. Куда меньше, чем один. Ну что, давайте, наверное, медленных аниматроников возьмем. Это сложно. Есть. Нет, ладно, хорошо, будем играть за этих. Уже 3 шара. Сейчас будет, ребята, еще сложнее. Пацаны, я вздыхаю пока. Давай, дыхай. Будет 4 шара. Нет, я хочу повыживать. А это за 3, ну прямо возле стены пробежал. Кстати, там немножко шар дамажит на расстоянии. Все, есть, ребята, есть в попе шерсть. Так, ну что, 4 на 3 поделились. Я думал, у нас 8. А, нет, 4 на 4, да? Да, 4 на 4. Давайте крючку убьем. О, давайте. Вот это вот. Давайте Фокси, быстро, быстро, быстро. Кстати, Фокси медленно, да, Фокси. Ой-ой-ой-ой-ой! Ребята, ну что, 5 шаров и 3 аниматроника. Все интереснее и интереснее у нас. Теперь вот. А вот теперь сложно, а теперь сложно. Дима умирает. Давайте реально Дима. А чё я сразу? Не, давайте лучше я последний останусь. Дима, ну ты же второй Фокси. Блин, их много очень, это жесть. Давайте. А я буду по кругу вот так бегать. Опа! Классно.
Много Ой. Шаров катится, буду между ними бегать. Не будешь. Буду. А что я сейчас так уже делаю, смотри. Опа-па. Было рядом. Это я сейчас рисканул, ребята. Это было рисково очень. Не, карта классная. Кстати, я думал, она будет большеватая, но сейчас я понимаю, что как раз она идеальная по размеру. Не, пацаны, давайте лучше против кого-то другого. Вы меня не поймаете, это очень долго будет. Давайте, он, мне кажется, Фредди желтый, он медленнее, чем я. Вам его легче будет поймать. Нет, крячка. Или крячка, кстати. Да, лучше крячку ловите. А что, я наоборот. А что, ты медленнее, чем я? Нет. Давайте, ну почти ведь. Ну почти, да. Давайте, я хочу, давайте, чтобы вы крячку убили. Давайте, стеной. Стену, кстати, вы можете объединиться. Давайте, рой шаров. Толпой забиваем. Стена из шаров. Давай, нет. Ну почти. Кстати, вам надо, может, если вам на опережение немножко катиться, то его будете убивать. Вообще, на изично. Я уже так делал. Да. Почти что. Ладно, если Дима, я бы тебя убил, но... Ну вы не убьете так, если будете хаотично кататься, вам только объединяться. Я вам даю подсказки, как бы, как легче убивать. Ну, крячку вам легко убить. Крячку легче будет убить, сразу говорю. Пережайте события. Да-да-да, вот так вы сейчас правильно. Вы сейчас вы крячку убьете. Еще в чуть-чуть бы убить. Кстати, как раз вот не хватало пятого шара для убийства. Был бы пятый шар, вы бы убили бы. Опять вы за мной катитесь. Да не убьете вы меня. Ловите он лучше Golden Freddy. Отлично. Это вообще... Читой Фредди. Вообще флэш. Зачем его? Давайте тогда Golden крячку, Freddy. Крячку ловите, вы вчера убили крячку. Считай, что. Не, давайте Диму. Ну, долго будете убивать? Мне кажется, вам проще другого аниматроника убить, чем меня. Если вам будет сложно, мы возьмем медленных аниматроников, если хотите. Не, ну вот... Блин, карта... А карта маленькая. А что, она большая? Это ж не Биг Сити. Если вы в Биг Сити играли, я бы сказал, да, она большая. Давайте события, мы... События, думаем, давайте дальше. События ему. События делаем, пацаны. Все, пацаны, стоп, все остановитесь, давайте мы возьмем медленных аниматроников. Все, 3, 2, 1. А вот теперь, по-честному, мы реально медленные. Зачем? Очень медленные, ребята, вот сложно сейчас станет. Вы все равно не умрете. Блин. Умрем. Сейчас, вот, кстати, сейчас, когда вас пятеро, вы можете прямо окружать. Вот в середине кто-то. Вот в середине, кстати, его. Блин, еще бы чуть-чуть бы и убили его, еще бы чуть-чуть. Ну где все? Во-во-во-во-во-во! А, вы все в разнос так идете. Сейчас вы его убьете. Вот сейчас вы его убьете. Давай! Блин, еще в чуть-чуть, вот буквально миллиметрик остался. Это прям было на соплях. Давайте! Что делают? Что бесит. Психуете, да? Конечно. Нет! Блин, это было очень стрёмно. Я хочу жить! Ну как? Ну почему ты не умираешь? Ну надо окружать как-то, договариваться и окружать. Давайте, вот Ред стоит. Это я, это не он. Ой, это я. Вот бежит, вот. Я почти убил. Ну, еще бы чуть-чуть, блин, на соплях. Где, вот? Козюльки. Давай, на опережение, катись, давай. Вот, сейчас убьете. Блин, а. Ну, давайте я буду пытаться ехать на опережение, потом все остальные, да. Давайте фуфлику это, события ему. Настроение отличное. Ой, блин, это шар не увидел. А серьезно, вот это было бы жестко, я чуть-чуть бы и проиграл бы. Надо прям всю карту видеть всегда. Если вам будет сложно, мы возьмем еще медленнее. Ну куда медленнее, не знаю. Ну в смысле, ну задержишь. Это круто. Давайте! Ай-яй-яй-яй-яй! Да что все на меня-то, а? Ну как, что ты хочешь? А то, что дольше выживал, понял? Что жизненно не казалось. Еще б чуть-чуть. Да. Пока вы не выберете одного аниматроника, за кем будете гоняться, вы никого не убьете. Вам надо прямо объединиться и стеной катиться. Во-во-во, сейчас убьете, смотрите! Ай, блин, опять перепутали, один укатился от вас. Давайте, ну пожалуйста. Ну, давай! Ну, вот, сейчас убьете. Нет. Ну, го вывезем уже, наконец-то. Ну, господи, ну где еще один шар? Что он вдали катается? Ну, я не знаю, он за мной гоняется, он так никого не убьет. Вот, вот сейчас вы выбрали одного, все, давайте, добивайте его. Вы сможете, я вас верю, у вас все-таки пятеро. Бегайте, у нас будет неудобно. Он заворачивает слишком сильно и убегает. А вы прям возле стены катитесь, под стеной как-то вот так вот ловите его. Он потом в центр убежит. Да? Вот. Ну да. Че, можно еще на медленнее взять аниматроников? Ну да, это просто читы.
Вы просто читы установили. Какие читы? Так, хорошо, давайте мы тогда возьмем. Давайте... О, давайте, пацаны, все, убили. Ладно, я беру назад того быстрого. Гусенек, выдай мне одно хп. Все-таки убили. Я уже хотел еще медленнее брать. 6 шаров против двоих. Опа, нет, я в толпу боюсь лететь. Это очень стрёмно. Один шар вообще-то заглючил. А за тобой бегут? А, шары, он резко начал шевелиться. А чё вы против меня? Давайте вот против него. Нет, ну я тогда буду из этого аниматроника Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Будешь, да, будешь, Дима. А чё вы против меня все сговорились? Я не хочу умирать. Давайте в ряд. Какой ряд? Нет, я очкую. Обряд. Я буду возле этого аниматроника бегать специально, чтобы вместе с ним умерли. Нет, иди сюда. А, нет. Нет, давайте на FM-зум, а Дима на самое сладкое ставим. Да, давайте его, вот реально у вас получится. Ну убейте. Ну FM-зума, ну пожалуйста. Нет. Ты поинтереснее, Дима. Я боюсь. Да ну вас нафиг. Нет, я манал, я сюда бегу. Я буду вас специально путать. Дай, встаньте в ряд просто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, когда их много, это очень стрёмно. Они ещё такие здоровые. Не-не-не-не-не-не. Опа-па, а я обманул. Я говорю, лучше за FM-зум, вы бы уже убили его, чем за мной вот это. Нет, просто у нас люди очень умные, друг за другом бегают, они в ряд становятся. Ну так это ж тяжело, вы же все-таки не квадраты, а шары тут как бы... Не, имеется в виду, что мы друг за другом. Вот. Я буду возле FM-зума бегать, давай вместе будем гонять. Можно его сейчас к стенке прижимать, просто чтобы он умер. Дима, да? Я требую мести. Какое мести? Я требую события. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это было рядом. Смотрите, прямо между шарами можно. Опа-па, не получилось. Это было стрёмно, это рисковый был, конечно, шаг с моей стороны. Смотрите. Еще в чуть-чуть. Так, FM-зум, я с тобой буду. Нет, и я снимаю. Вот это прикол. Отлично. FM-зум, давайте, ловите его, ловите! Ага, еще б чуть-чуть, и вы бы его убили! Рядом! Я, в принципе, наравне с вами катаюсь. Не, чуть-чуть, это получается быстрее. Чуть-чуть быстрее. Дима, это догони меня терпеть. Ну? Опа-па! Это было близко, смотрите! Еще б чуть-чуть! Еще б чуть-чуть! Не получится! Так как вы меня не убьете никогда в жизни! Что вы мне сделаете? Что? Ничего не можете сделать, да? Опа! Прикольно! Я их прям в кучку собрал. Дима все убивает, Дим. Дима, ну ты прям да. Ну а что? Я думал, сейчас даун скажешь. Дима, просто Дима, ты да. Смотрите, как красиво я от них убегаю, вообще по феншую. Блин! Да я поддался! Серьезно поддался! Ну блин, да хорош! Раздавили меня! Ну что, теперь я шар. Все-таки это хотел остаться последним. Ну, видите, теперь пришлось поддаться пацанам. Ладно, я не поддавался, реально, я умер. Красиво, четко. Теперь познай боль. А что боль? Мы его сейчас убьем, у нас толпа, смотри. А вот теперь я попробую за шара поиграть, и я его убью первый. Познай боль всех шаров. Смотри, давай. Нет. Еще б чуть-чуть, он медленный, нас там много теперь. Смотрите, 7 шаров против 1, 7. Я думал, я выживу в конце. Вы даже меня задавили, хотя я очень хорошо убегал и выживал. Ой-ой-ой, еще... А что один шар не катается? Давайте все вместе! Он себе катается там, это... Под стеной! Вот! Во-во-во-во-во, еще чуть-чуть! Ну-н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 у-давай! Давай! Ой, дали сразу! Я с шифтом гоняю, шифт тут никак не работает. А я тоже, Дима, все время нажимаю шифт. Но он не работает здесь. Ой, а я сбился. Дима, мне помогать. Есть! Ура! Есть! Это было четко. Ну что, кто у нас последний умер, получается? FM-зум. FM-зум, ты самый лучший игрок в этом ролике. Да. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!